Добрый вечер. 7 июня. У нас дождь пошел к вечеру. День был очень теплый, солнечный. А вот к вечеру дождик собрался. Ну, для природы, конечно, нужен. Полить нужно все. Столько зелени. Столько деревьев, зеленых, травка. Все зелененькое, все надо поливать. Поэтому дождь. Небо как меняется. Там ближе к горизонту такое тихое, светлое небо. Опять тучка прилетела, такая вот большая, рваная над нами. И опять дождик. Ну и радуга. Появляется радуга вечерняя. Как здорово. Уже вечер. 8 час. Я думала, радуги не будет. Вот такая красота. Каждый раз радуга нам напоминает о том, что Господь дал такой завет, что больше потопа Он не сделает. Вторая радуга чуть выше. Не знаю, видно ее или нет, но красота. Красота. И дождик пошел. Две радуги красивые. Ох, какая. Ох, красота какая. Другая чуть повыше, но ее, наверное, не видно. Вот здорово. Такая большая. Стриж летает. Очень люблю радугу, смотреть на нее. Стрижи летают. Господь являет нам свои чудеса.
перо жар птицы. Кусочек радуги украшает. Ох, как здорово. Здесь тоже пронизывает эти фиолетовые темные тучи. Красивая радуга. Сказано же, Евангелие, претерпевший до конца спасется. Поэтому не будем унывать. Будем верить. Господь не оставит нас. Даже в самую такую мрачную. Вот как эти тучи были. Темно-фиолетовые, страшные. Вдруг явление радуги, как милость. Сейчас все сгущаются тучи над миром, потому что зла много в мире. Но в самом мраке, когда уже будет ничего не видно. И солнце померкнет, и луна, и звезды. И явится Господь. Как молния. Вот как неожиданно, как эта радуга. Раз и украсила небо. Так же придет Господь. Поэтому мы должны верить, ждать Его. Ждать пришествие Христа. Вот уже и небо появляется голубенькое. Для Бога все возможно. Какое небо открывается. Нежное, красивое. Облака как перламутровые такие. Такие небеса. Небеса обетованные. Царство небесное где-то там, за этим небом, в невидимом ином мире. Слава тебе, Господи, слава тебе. Некоторые облака похожи на ангел. И снова все небо затянуло серым, и радуга появилась. Яркая. Уже вторая там проявляется. Ну, какая яркая.
как будто борьба идет добра со злом. Стрижи летают. Уже, казалось бы, небо становится голубеньким, все опять затянуло все. Но радуга нам говорит, что все это пройдет, что Господь с нами. Ой, какая красота. Кто может рисовать на небе? Только Господь. Жаль, птицы прямо. О, небесные чудеса. Вот какое теперь небо. Небесный океан. Солнце заходит. Кое-где отражается в окнах. Закат с другой стороны. День уходит. На горизонте солнце светит. Дома освещает закат. О, какая радуга. Чего себе. Уже, можно сказать, солнышко почти село. И радуга. Удивительно просто. Такая широкая, далеко там. Радуга, от слова радость, радуйтесь. Радоваться будем жизни. Каждый новый день встречать как новую жизнь. Время уже 9:20. Вот такая яркая, радужная, кусочек такой радуги. Ой. Не дает приблизить. Ох, и солнце вдруг так выглянуло, видимо. Ой, какая красота. Чудесная радуга, кусочек радуги.
такой свет от радуги еще идет. Если бы она сейчас проявилась, она такая огромная. Это ее дуга. Снова как перо жар птицы на сером небе. Там горит. Исчезает радуга. Вот и вечер. Зажигаются окна. Фонари зажгли свечи. И на бурлящий город опускается вечер. Всем доброго вечера. И всего доброго. Спаси, Господи.